Привет. Ты хочешь узнать свое будущее? Да, я поэтому пришла. $20. На табличке написано 5. $20. Он профессионал. Вам, похоже, надо знак поменять. Как тебя зовут? Эмили. Я это знал. Алло. Ты знал? Твой любимый цвет синий? Нет. Красный? Нет. Белый? Нет. Розовый? Нет. Желтый? Нет. Зеленый? Нет. Черный? Нет. Фиолетовый? Да! Боже, это правда, как ты узнал? Я экстрасенс. Лучший в мире. Можно мне, пожалуйста, твою руку? Да. Что ты видишь? Да, вот так. Я чую запах твоего будущего. И что в нем? Я вижу меня и тебя вместе. И судя по твоему личику, ты уже давно не замужем, да? А, нет, у меня парень есть. Ну, ебану, отсюда пошла! В смысле, почему? Ну и в пизду пошли. Уходи! Чё, как? Добро пожаловать, мой друг, садись. Спасибо. Короче, хочу узнать, что там за дерьмище у меня в будущем. Ты пришел по адресу, мой друг. Потому что я лучший экстрасенс в мире. Не знаю, с чего он ты взял, но ладно. Ну, короче, у тебя есть друг по имени... Джонни, я ведь прав? Да, блин, да. Мой пацан. Хорошо. На счет три назови мне свое любимое животное. Раз, два, три. Белка. Белка. Как нахер ты это сделал? Профессионал. Давай продолжим. Эй, дай-ка мне сюда свою цепочку. В этом говне 24 карата, слышь? Эта херня не из дешевых. Видишь, сколько весит. Теперь смотри. Куда она делась? Верни мою херню обратно. Хорошо, возьми, только успокойся. Забирай обратно. Какого хера? Хорошо, давай пройдем дальше. Через 5 секунд тебя обкрадут. Сюжетный поворот. Твой пацан на меня работает. Предвидел такое дерьмо. Я не твоя гребаная сучка. Йо, отдавай мне цепь. Ладно. И это тоже отдавай. Йо, а чё это за место? Хочешь твое будущее узнать? А перевёл и озвучил виски. Ага.